Всем здорово! С вами Свет Небесной Жизни. Сегодня будем открывать 100 сундуков, которые у нас предоставляются в такой акции, как... Вот, короче, вот в этой акции. Остался последний день, и у меня осталось как раз-таки последний, скажем так, 2 миллиона 500. Дальше я должен буду отфармливать их уже. Вот, для каких-нибудь других акций. Что я могу сказать? Я вообще не уверен, что мне как-то это все дело выгодно. То есть, потому что я вроде бы, конечно, стараюсь там что-то кому-то да как-то, да, открыть вот эти все вещи, но... Что-то какая-то ерунда. То есть, это неплохо, конечно. Вот, все остальное, ну, вот это тоже неплохо. Но остальное немножко ерунда. Блин, 6 открыл вместо 5 вроде, да? Наверное, да. Опа, хорошая награда. Секундочку, сколько их у меня? Да, открыл чуть больше, чем надо. Вот неплохие вещи. Но, заметьте, мне ни разу за все время... секунду, тут же есть награды, да? Давайте проверим. Ни разу за все время не выпало вот... Короче говоря, ну, вот этот свиток мне выпал уже, да? Вот, но мне не выпала награда, которую я бы хотел другую. Именно амули какие-нибудь там, ожерелья, в общем, украшения. А она мне уже выпадает не первый раз, заметьте. Ну, причем это даже не та печать, которая мне нужна, да, то есть эта печать немножко другая. Но все равно выпадает печати. Опа, неплохо. Потому что мне когда точиться нужно будет, надо будет все это дело восстанавливать. Для этого эти ресурсы и нужны. Так, ну тоже неплохо, потому что отметки главаря, они важны. Они важны тем, что мы в будущем их будем юзать. Окей. Угу. Хорошо, отметки главаря и древние плиты, это шикарно. Ну, такое. Ресурсами, конечно, подзапасуюсь, да, понимаю, но я пока не знаю, куда их девать. Окей. Красный сундучок, неплохо. Вроде бы украшения дают, да? Да. И отметки главаря тоже хорошо. Позволят мне больше поднять БС-ки. И просто сколько этих сундуков с украшениями? Я только сказал хорошо. И просто в двойном объеме решили дропаться, да? Но вот эти темы ядро хаоса тоже вроде бы неплохое на самом деле. Правда, его я еще не использовал даже нигде. Для чего оно надо, кстати? Замен связан как-то связан с... Так. С ее помощью создания вкладки создания материалов, кристалл, можно создать ось... А, вот оно! Нет, так это очень классно, как по мне. Потому что... Это хороший ресурс. Ну, в принципе, все, что я мог получить, я уже получил, как мы видим. На этом, собственно, все. Боюсь, я больше уже здесь ничего сделать не смогу. Наверное, спасибо за просмотр. Это было последнее открытие. Следующее я не буду снимать, поскольку не вижу в этом ни малейшего смысла. А можно я забегу вовнутрь как-нибудь? Пожалуйста. Ура, смог. Так, это склад. И переложить. Ну что, еще раз повторюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем добра.